Я не понял. Ой, Бог, не дать того, чтобы ты меня не понял. Да, что ты меня не понял, да, понятно. Поэтому он... Вот, в общем, поменяю. Да. Так сейчас вот выступая, выходит вот откуда-то на сцене, выходит вот он. Кстати, мне кажется, то есть есть controversy, как это по-русски, ну... Ну, другая, другой, как это... Я тоже не могу вспомнить, как это называется. Ну, по-другому сделанная как бы это, да? Другая как... Контроверсия, ну, это как бы аборция. Вот некоторые люди за, а некоторые против. Да, да. И ну, это очень такая вещь, да. которая... Ну, в общем, противостояние такое. Как да, бы, да, да. И сейчас вот... вот он выходит. Угу. Ну да, он его противоположность как бы. Сейчас, видел. Да. Ну, может быть, да, интересно. И он говорит вот... сейчас. Так вот эта controversy существует, потому что, мне кажется, он не написал эти слова. Он взял их от его друга. И в конце он говорит это, типа, но, короче, но все равно он исполнил это вообще просто. И вот я вот сейчас поиграю, как его друг это спел. Или не, я буду просто здесь играть, потому что, мне кажется, я знаю слова. Ну, и... Я на 24-часовой шампанской диете. Я проливаю в то же самое время, когда я и пью. Понимаешь, он такой уже типа пьяный, что да, 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 я понимаю. Не может сдержать, он проливает. И или, да, он... или выливает. Ну, выливает, да. Не, он держит так руку, во-первых, у него штаны падают. Ну вот, да, во-первых, вот это тоже мне непонятно. Ну, когда вот так вот штаны, то есть, видишь, вообще он еще даже майку снял, как бы, вот это я. Да, да, ну голый, то есть обнажает всего себя. Он не закрывает себя, да, да, ну понятно. Он ничего про себя не закрывает. Ну хорошо, обнажает. Так держит, во-первых, потому что... Ну, штаны, и во-вторых, в этой культуре, я не знаю, так, мне кажется, часто люди делают, потому что это как бы, ну, как бы в рэпе, как в русском рэпе? Ну, в рэпе, и вот такой стиль музыки, там соревнуются как бы мужчины друг с другом, как бы, у кого, кто более мужчина, мужественный и более сильный, и... Мне кажется, он это так, как бы он напоминает это, что как бы у него там что-то есть. Что-то есть. Мне это кажется. Не знаю. Ну, как бы, когда ты это смотришь, это очень провоцирует. Но я это говорю, скорее всего, потому что я не должен это покупать. Шампанское спасибо. Да, он говорит, я на 24 часа больше да, шампанской да. диете, я ее проливаю, когда ее я вливаю. Я рекомендую вливаю, вам да. ее попробовать. Ага. Но я, мне кажется, это говорю, скорее всего, потому что мне не надо я не должен деньги, да? за нее платить деньги. Что клуб всегда для меня предоставляет это да. бесплатно. Мальчик, я на этой литовой... Как щит это по-русски, это не какашки, а более грубое ну, слово. Ну понятно. Говно? Да. Да. Окей, говно. Я на этой летающем говне. Но это значит еще как бы, что у него много про него людей знает. Fly по-английски это что не только fly, а что-то классное такое. Очень такое, очень классное такое. Все, кто в моем будущем то, что не хотел, чтобы я был, угадайте, я достиг этого. Понимаешь?
and I encourage you to try it. I'm probably just saying that cause I don't have to buy it. The club owner supplied it. Four of them that fried it. Goddamn, everybody in my past don't want me to be. Guess what? I made it. Homeboy, I'm the man. I just want you to see. Come to. Не знаю, что homeboy это, ну, короче, мальчик, я мужчина. Я просто хочу, чтобы ты это увидел. Подойди, посмотри на меня, взгляни на меня. Возьми чуть-чуть, не то, что возьми, а как бы, знаешь, как слово одним словом сказать, вот, пойми, как бы вот. Схвати меня, как бы, ну не меня, а схвати вот это да, вот. Да, мой образ, мужское, мой образ, мое мужское. Не начало. Только мужское, а что еще деньги у него есть и все, ну то, что и тоже мужское, это все как бы идет к... не знаю, что такое don't front on, я не знаю, что это такое, но не пытайся меня заполнить газом. Газом это... Это, во-первых, стать, ну, так и вот... Что-то пустое. Не, наоборот, стать очень, как по-русски, excited. Ну, возбужденным. Очень возбужденным. Он говорит потом, не пытайся меня сделать возбужденным, мне нравится бегать на И. И это в машине, знаешь, когда нету газа больше, там, буква И, это empty. Да, empty, понятно. Но еще и это такой наркотик, экстаси. Mm-hmm. Слышал такое? Да, конечно. Он наоборот, он возбуждает тебя, и вот к сумасшествию такое. Mm-hmm. Где моя крыша? Куда моя крыша делалась? Это значит, типа, понимаешь, что как бы нету лимита туда. Я кто-то, кто ты должен знать, кто я. Я никогда не делаю... как бы я вот что-то не сделал, я тебе говорю, ну, у меня не хватило времени, как это сказать, правильно? Ну, я никогда... Вот то, что не хватило времени, это... Не оправдываюсь, если я что-то не сделаю. Не оправдываюсь. Раньше сказал, где моя крыша делается, и он сказал, заканчивает это, говорит, выступает, видишь, выходит сюда на аудиторию и говорит, вверх соскользнулась, вверх этой вот крыши, как Дженет это такая тоже певица, была такая целая, как контроверсия опять. Ну, противостояние. Ну, противоположность, ну понятно. Противоположность, потому что там она выступала, и у нее упал типа вот лифчик, и понятно. На телевизоре увидели, что это случилось, хотя там все за... Обнаженная грудь и все. Так вот он говорит, что у меня крыша слезла, как у нее как вот у это нее вот. Упало, так, да. Это такой метафор, ну, как понятно. Метафор. Ну это... метафора это преувеличение. Преувеличение, да. Или сравнение с чем-то. Вот так. Ну да, сравнение, но это обозначает не именно это. Ну я понимаю, понимаете, да, я понимаю. И сейчас он поет одну из его песен. Я вот ее вот у меня она здесь вот есть. Так. Называется «Амелы миллион». So any coalition of the tablet in my mind, cause I don't write shit, cause I ain't got time for my second minutes. I was going to the almighty. Okay.
Давай следующую песню. И в конце, видел, сколько у него тату тоже? Видел. Все тело. Все тело. Ну, да. Это что? Но он пыта... Ну, наоборот, он... и у него тату, и у него... все то, но как бы это он выступает такой персонаж, что он не как бы ангел такой, ну, с одной стороны, он типа плохой. Uh-huh. И как бы в этой культуре, в этой жанре, как бы, во-первых, некоторым девочкам, ну большинство девочек, особенно юных, их привлекают как бы плохие мальчики, uh-huh. которые uh-huh. больше, right, чем такие, которые нет, все правильно делают, потому что они mm-hmm. более как бы, как по-русски... Мужественные. Не только мужественные, а adventurous, как по-русски. Любят приключения. Приключения, да. Они их могут рассказать про такие вещи, которые большинство населения не могут рассказать. А последняя песня он поет, которую... Это... Сейчас... Это вот. Так. Вот начинается песня. Мне нужно Windex и... Windex это такой типа магазин, да? И, который... наполненный с... жидкостью для мытья стекла. Нет, типа кэш. С кэш. А, да, понятно. Ага. В VIP-секцию. Ты не знаешь, что такое VIP? Нет. Very important person. А, как бы он в клубе, такая есть секция. Ага. Она дорого стоит, сидят? Как да, бы да, на, да, на да, ночь да. залетает. Но это смешно, что... И странно, почему, во-первых, в таком дешевом мешке ему нужно прислать... Mm-hmm. Он кого-то зовет, чтобы ему mm-hmm. дать столько денег. Это как бы... Ну, ты понимаешь в этом юмор? Это... это по-английски это ironic. Это как бы... Ну, если столько денег, ты просто, наверное, металлических таких... Не правда, а как бы, да. Да, что-то более mm-hmm. не yeah, такое, sure, как бы ты нашел да, на да, улице. Да. И потом он идет. И в конце я хочу, чтобы ты потом рассказала, что ты выучила и смогла. Что доказать нужно? Мне да. или ну кому-то угу. Почему он такой гениальный, в чем у него гениальность. Я хочу, чтобы ты в конце это спросил. Ну, это сложно. Поэтому слушай. Ну, если у тебя есть вопросы, ты меня спрашивай. Здесь он говорит, если у тебя есть деньги, и ты это знаешь, вытаскивай из карманов и бросай. Угу. Вот так вот. Да. Ну как бы вот деньги, в такую сторону. Все, да. Вот так вот, как бы. Как бамс. Короче, он начинает вот так вот и. Эта песня, он здесь начинает рассказывать про... Он так вот прыгал через клуб. Mm-hmm. Она любила, как я вот так вот ходил, типа вот так вот. Ну вот они вот эти вот рэперы или как бы... Да, да. Ну понятно. Не знаю, может, ну, рэперы. Часто ученые люди, они вот так вот ходят. Да, знаешь, в развалочку. Да, специально или как походкой. Бы хромает так вот, ага. чуть, как бы показать, насколько они как бы такие сильные. Раскрепощенные. Да, это как бы знак, что ты такой классный, да, что да, такое. Да, да, да. И ей нравилось это. И он увидел, как ее бойфренд, ее мальчик, uh-huh. ненавидел это, ненавидел uh-huh. как бы на них. Uh-huh. Ненавидел на них, как не офицер, а как полиция городская. Понимаешь? Uh-huh. Так, сейчас я никогда не был курицей, но мой 50 заряжен.
50 это такой пистолет. И он потом повторяет.